До завершения 2022 года остались считанные часы, и многие самарцы уже определились с планами на новогоднюю ночь. Кто-то будет праздновать дома, а кто-то отправится на прогулку, чтобы зажечь фейерверки и встретиться с друзьями. Важный фактор, влияющий на создание праздничного настроения, конечно же, погода. И самарцы строят догадки. Знаете, я ожидаю, что будет снежок порошить. Вот хотелось бы вот такую зимнюю погоду, такое, чтобы настроение было такое зимнее, новогоднее. Должна быть погода, ну так, темно, вечер, снег, вот такая погода хорошая будет, снежная. Вот такую только, чтобы побольше снега и чуть более тепло. Ясный, прекрасный новогодний. И немного снега для создания новогоднего настроения. Скоро наступит череда праздников, а вместе с ними появится возможность активно отдохнуть на свежем воздухе. Катание на коньках, лыжах, сноубордах и пешие прогулки по заснеженному парку – излюбленные варианты времяпрепровождения для каждого самарца. Организация зимнего досуга – дело не из простых, ведь самарская зима нередко бывает капризной. Погода с 31 декабря по 2 января ожидается неустойчивой с осадками. 31 декабря, это завтра, значит, предстоящей ночью еще местами небольшой снежок у нас будет. Завтра днем мы ожидаем снег, местами сильный. Ветер будет южного, юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит от минус 2 до минус 7 градусов. А первые дни января принесут небольшое потепление и мокрый снег. Александра Гусева, Константин Головин. События.